Вместо горы мусора – альпийское разнотравье. Полигон ТБО «Чистцы» скоро изменится до неузнаваемости, обещают разработчики проекта рекультивации. Предусмотрено два этапа. Первый – технологический, он продлится 2 года. За это время будет создан изоляционно-защитный экран и инженерные сооружения. Просто присыпать грунтом тело полигона нельзя, говорят специалисты. Грунт без дополнительных мероприятий не удерживается на откосах и не дает защиты от образования фильтрата, а также выхода биогаза из тела полигона. На этом же этапе предстоит создать площадки для размещения технологических грунтов, которые могут пригодиться в случае возгорания, и пожарные резервуары, а также очистные сооружения и стоки. Через них будет проходить фильтрат, который образуется после попадания осадков в тело полигона. Система фильтрата, сбора фильтрата. Затем, когда осуществлен сбор, что делается с этим фильтратом? Идет очистка на локальных очистных сооружениях. После этого вода, которая образуется, идет на полив и на пылеподавление. Опять на полигоне? Да, на полигоне. Соответственно, все негативное воздействие от фильтрата мы снижаем максимально. А чтобы фильтрат больше не образовывался, тело полигона накроют изоляционно-защитным экраном, предварительно укрепив его подпорной армогрунтовой стеной. Появятся системы активной дегазации. Суть системы заключается в укрытии полигона непроницаемым экраном, под которым будет собираться биогаз. С помощью системы дрен и трубопроводов газ выкачивается из-под защитного экрана и подается на установку утилизации биогаза для обезвреживания. Уже через 2 года по плану начнется следующий этап рекультивации, биологический, который завершится посевом альпийского разнотравья. И только после этого можно говорить о создании в Чистцах горнолыжного курорта. Так что спортсменам придется набраться терпения. Горнолыжный курорт может быть организован уже после завершения биологического цикла. И это будет уже связано с тем, какие характеристики приобретет данное сооружение и какие инвесторы будут согласны участвовать в данном проекте. Публичные слушания по проекту рекультивации полигона ТБО в Чистцах прошли строго по принятому регламенту. Теперь документ отправят на экологическую и государственную экспертизы, и только после успешного прохождения всех инстанций приступят к его реализации. Евгения Августина, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».